Я не могу вам интервью давать. Без пожалуйста. Не все красноярские врачи настолько суровы, как заведующая 14-й поликлиники на Тельмана. Большинство готово обсуждать беды здравоохранения и что с ними делать. Тем более ситуация в краевой медицине близка к критической. Наши медики, конечно, одни из лучших в Сибири, но преодолеть проблемы в одиночку они не в силах. Признаются, в первую очередь необходимо снять часть нагрузки с врача. Сейчас из-за нехватки специалистов один доктор вынужден работать за двух и за трех. Помимо помощи пациентам, медик вынужден заниматься бюрократией, заполнять бесчисленные бумажки. Нагрузки сами по себе стали больше. С ростом зарплаты растут и нагрузки на врачей. И это, конечно, очень утомляет. Из-за этого уходят на более легкие места. Это нормально. Человек ищет, где теплее и суше. Подсадить бы каждому терапевту по секретарю и снять лишнюю нагрузку, говорят специалисты. Но этого не происходит. Поднять бы зарплату. Средняя по краю хоть и превышает 70 тысяч рублей в месяц, но в частных клиниках платят лучше. Бесплатная медицина не выдерживает конкуренции, да и молодежь, студенты не рвутся в терапевты. Все медики, которые выпускались из мединститута, они куда шли? Государственного здравоохранения. А сейчас посмотрите, сколько у нас косметологических кабинетов, сколько желающих закончить у нас дерматовенерологию, чтобы идти в косметологию. Это же все те специалисты, которые могли быть терапевтами, педиатрами. По данным прокуратуры, которая в прошлом году обнаружила более 1000 нарушений в краевом здравоохранении, главная проблема в медпомощи – ее недоступность. Если в Красноярске с горем пополам к врачу попасть можно, то в отдаленных районах и поселках медиков просто нет. Каждый год Минздрав надеется на приток свежих специалистов, выпускников медуниверситета, но их все равно не хватает. Мы ожидаем выпуска в этом году. То есть, как бы, да, наш главный врач ездил на ярмарку вакансий. Вроде как даже детки согласились с нами работать, кто-то подписал договора, поэтому мы ждем новых сотрудников. Россия взяла курс на ускоренное обучение медиков, но быстро не значит хорошо. Качество подготовки новых специалистов в Красноярске тоже страдает, говорят те врачи, которым есть чем сравнить. Я вам скажу, что приехав в Израиль, тогда говорят, а вот вы учили в Красноярске. Да в Красноярске были книги 65-го года, я не помню уже сколько. Как было. В Израиле книга, которой там 3 года, она уже устаревшая. И в медицине очень, чтобы здесь стать врачом, пришлось переучиваться. Что значит взять новые книги и просто все учить? Учить, учить, учить. И поэтому и только так получить лицензию. Поэтому, когда говорят, там образовался, получил образование, тебе дали, а сейчас ты рассказываешь. Да, образование я уже получил, например, в Израиле. Почему? Потому что, ну, кроме анатомии, так сказать. Потому что физиология как таковая и другая, уже давным все изменилось. Напомню, краевой Минздрав не смог обсудить с редакцией ТВК проблемы медицины и пути их решения. Вот такая она, бесплатная российская медицина, гарантированная Конституцией. У нас лучше не болеть и жить долго, чтобы, не дай бог, с ней не столкнуться. Виталий Поляков, Анастасия Масленникова. Новости ТВК. Если вам хамят в больнице, вы не можете записаться к врачу или очереди в поликлинике, рекомендуем обратиться к заведующему учреждения либо по номеру вашей страховой. Он указан на полисе. Есть и круглосуточный бесплатный телефон горячей линии «Право на здоровье» 8 800 700 303. Там сориентируют, куда обращаться, чтобы вопрос скорее решился.